Как отследить посылку через бота в Telegram? Вот вы пишете в поисковой строке «Укрпошта». Думаю, то же самое есть и в других, наверное, странах. Находите вот такого бота. Вот он, «Укрпошта», «Чат-бот» написано. Дальше нажимаете на этого бота и жмете «Запустить». Вот. Так, здесь можете написать свое имя, а можете пропустить. Я пишу имя. Правильно. И теперь нам говорят, что вы хотите. Вот задают какие-то вопросы. Вы уже пользовались мобильным приложением Укрпочты, да? Я могу просто нажать на главное меню. И мне нужен трекинг. Вот когда вы уже получили номер украинский, вы сюда его вбиваете. Так. Ввести номер. И вбиваете номер. Так, вот мне написали, что так и так уже идет на сортировочный центр Украина. И когда что-то поменяется, то они мне сообщат. То есть, если вы хотите, чтобы дальше мы отслеживали и вам сообщали, надо нажать вот на кнопочку «Відстежувати». Так. И можно присвоить, например, ему название какое-то. Ну, если вы хотите присвоить название, то я пишу так. Вот. И, допустим, могу написать, что там вот сегодня 15-е. Начала, допустим, посылку 15.04. Или это чья-то посылка. Или там, к примеру, пишу «Лев 8». Ну, вот как вам удобно, так и можете назвать. Можете не называть. Вот, просто если одинаковых номеров будет вам, чтобы не путаться, можете даты. Так. Ну, и дальше можете пообщаться с этим роботом. Либо просто перейти в главное меню, закрыть его и все. И как только изменится что-то, вам тут же придет сообщение в Telegram. Кстати, очень удобно.